То, чего так боялись автолюбители окружной столицы, все-таки случилось. На дорогах Нарьян-Мара появились химреагенты. Речь идет об участке федеральной трассы А-381. Это город-аэропорт. Выяснилось, что в шоке не только местные водители, но и представители региональной власти. Почему, знает мой коллега Иван Кутенников. Химреагенты на федеральном участке дороги от улицы Первомайской до аэропорта посыпали еще в конце прошлой недели. Местных автолюбителей такая инициатива, мягко говоря, неприятно удивила. Более того, в недоумение пришли специалисты окружного профильного департамента. Так, по словам заместителя губернатора Ненецкого округа, курирующего деятельность регионального департамента строительства ЖКХ, энергетики и транспорта, подрядчик применил химреагенты без какого-либо согласования. Александр Лидер дал понять, что округ против такой технологии. Безусловно, конечно. Колейность – это самая такая, скажем, главная причина, почему применяется реагент. В принципе, это мировая технология, применяется во многих странах и во многих мегаполисах, но никому не давал права применять это в нашем регионе. Участок от улицы Первомайской до аэропорта находится на балансе Росавтодора. Федеральное казенное учреждение «Управдор Прикамья» – заказчик объекта. В прошлом году они провели аукцион на пятилетнее содержание дороги. Его выиграла компания «Карьер» из Республики Коми. Комментируя ситуацию, там заявили, посыпка химреагентами проводится в рамках государственного контракта. Технология в первую очередь применяется для борьбы с колейностью. Все время по ГМО, когда песком сыпали. Но это песок именно или это все-таки соль? Там небольшую по концентрацию делали для эксперимента, но что-то то ли получается, то ли не получается. Топить все равно надо чем-то. Но у него идет 30 минут. 30 минут и час. Он должен слежаться и потом уборка. Ну там так как слой очень большой, он все это не растопит. Это надо уже растапливать больше. Получается, подрядчик по сути признает низкую эффективность применяемой технологии. Правда, по словам Андрея Ушакова, других альтернативных вариантов нет. Ранее наката это грейдером, но вы видели, может, сами, что Нарьян-Дорремстрой занимается таким же. У них тоже грейдера выходят тяжелые, и они тоже не могут ничего с этим сделать. Колея вырастает все больше и больше, осадков очень много у вас выходит. На вопрос о том, будут ли дорожники и дальше посыпать участок химреагентами, точного ответа не последовало. Зато в профильном департаменте уверенно заявляют, что применять технологии в окружной столице не планируется. Это даже не заложено в госзадании. Да и хранить химреагенты просто негде. Вы знаете, первое, что когда я пришел и задал вопрос, это в прошлом году, а почему не применять все реагенты? Мне объяснили все очень подробно, почему не применяются и почему здесь не планируется применять. Поэтому мы скажем так, что если бы этот даже вопрос вставал когда-то бы на повестку дня, то он, безусловно, получил бы самое широкое обсуждение в общественности, чтобы получить обратную связь. Но я так понимаю, что это уже было, и у нас есть четкое понимание о том, как настроено население в этом вопросе. А население настроено крайне негативно. Местные автолюбители в один голос твердят, от химреагентов только вред и никакой пользы. Машина страдает от этого. Гниет. Ну, не знаю, насколько сильно, это еще второй раз как бы... Те годы когда-то посыпалось, ну как бы начинно это не почувствовал, но если будет постоянно посыпать, то, конечно, загниет так же, как и в России. То есть не стоит так делать. Ну, объясняю тем, что убрать эти бугры, да? Да, ну с колейностью. С колейностью убрать, так. Да. Вообще просто надо вовремя убирать и так-то, и все, мне кажется. Ну, у нас есть же спецтехника, пускай она есть, работает, вовремя выезжает. Я не знаю, вот в том же Архангельске я был давненько. Вот там вот выезжают, просто работают в ночь, ночную смену. Почему у нас этого не делают, я не понимаю. Это все можно делать сразу и заранее. Чем закончится такой конфликт интересов, пока не ясно. Впрочем, в профильном департаменте уже заверили, что проведут специальное расследование. О ситуации проинформирован и глава региона. По результатам проверки обязательно будут приняты необходимые меры. Как сообщил Александр Лидер, не исключено, что дело дойдет и до прокуратуры. Иван Кутенников, Игорь Тарасевич, телеканал «Север».